Отец, на связи 400-й. Я твой куратор. Моя задача — контролировать твою деятельность на граничном. В том числе я буду давать тебе миссии от конгломерата «Новый свет». Сейчас ты находишься в бункере «Альфа», одно из самых безопасных мест на острове. Чтобы выйти наружу, тебе необходимо найти карту доступа. Карта у меня. Пора двигаться к выходу. Остров граничный. Со дня Икс прошло уже 2 года. Наш мир изменился. Он стал опасным, чужим. И все из-за этого безумца, черт бы его побрал. Записавшись в ряды добровольцев Нового Света, я хочу помочь нашей стране и всему миру вернуть все назад. Избавиться от всего ужасного, что наполнило планету. Избавиться от язвы, которую породил Огнен. Сюда, конечно, идут не только добровольцы, посылают и заключенных, но в каком-то смысле это верно, ведь они могут искупить свою вину, оправдать себя в глазах общества, доказать свою полезность. Граничный. Как бы это ни звучало, самый ужасный из кругов ада на Земле. Именно здесь все началось. Именно здесь, по задумке НС, все можно вернуть назад. На инструктажах нам сообщали, что опасность здесь таится за каждым углом. Погибнуть можно не только от существ, заполонивших остров, но и от болезней или так называемых паранормальных активностей. Пока слабо представляю, что же это такое, но нужно быть начеку.
тебя слышал. Ты никуда не денешься.
Где ты? В глубине.
Ах ты!
здесь? Кто здесь? Тебе не с тебя конец!